Блять. И теперь мы продолжаем проходить уже по болотам. Метро. Замечательно. Одна из самых противных локаций. Тихо. Блять, я слышу... А, вон демон летает. Ебать у него, конечно. Звук от взмаха крыла. В воду не суемся. Замечательно. Так, а теперь нам куда? Типа сюда? Да нет, до машины я навряд ли допрыгну. Но, к сожалению, фильтров пиздец как мало. Ебать, что меня остановило? Понятно. Ёбаные развалины. Бежит! А мне куда бежать? На красные флаги, там не глубоко. Да, правильно. Блять, мне кажется, я не в тот район зашел. Супер, вот еще красные флажки. Ага, щупальца, блять. Так, растяжка, замечательно. Сохранение, супер. Угу. Это у нас петух. Он чуть-чуть помощнее, и у него 40 патронов, замечательно. Но на нем нет глушителя. Ебать, кто это рычит? Так, поджигательные гранаты зажигающие. Замечательно, замурчательно. Так, хорошо, где-то здесь что-то должно быть. Что-то здесь должно быть. Ебать, он страшный. Он меня заметил? Он меня заметил. Просто бежим. Он типа спит. Просто убегаем от них. От них можно просто убежать. Я думаю, нам сюда надо. Мы задыхаемся уже, блять, это хуёво. Блять, демон еще опустился, пиздец. Забавно. Блять, щупальца. Ой, блять, я не с того явно пострелял. Ай! Ай! Ебать, на крышу можно было забегать? Серьезно? Ебаные креветки, блядь. Тайничок.
Потратить 50 фильтров на... А, потратить фильтров на 50 минут. Ёбаный шашлык, где? Ага, в спине он был. Ай. Ладно, мне поджупника присунули. Просто бежим. Это не скрывается, это тоже не скрывается. О, бензин еще есть. Ебать! Здрасте, ёпта. Так, мы бензин-то нашли или нет? Где? Чё, много ел, пролезть не можешь, да? Ну ладно. Ебать, это что, это кто? А, это самолет. Намек понят. Нормально, хорошо. Блять, еще и демона не хватало сюда. Просто не стреляем, просто прячемся. Не шуршим. Он меня не видит, я кустик. Это стелс. А так можно было, что ли? Ладно, он меня нашел. Он меня нашел. И это больно очень. Хорошо, мина. Супер. Ладно, не... Больно, очень больно. Так, хорошо. Я еще ее не вызвал, замечательно. Ёбаная флора и фауна. Погляди на него, сквозь стену меня пробивает. Да блять. Все, уплываем. Нахуй надо. Фильтр меняем, замечательно. Опа, на. И локация болотом, с болотами пройдена. Пока я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу. Парк культуры. Заебись. Мне кажется, лучше всего здесь дробовик взять. Бля, еще одна жуткая локация.
Понятно, радиация чуть не убила сразу. Ага, их нельзя срезать. Хорошо, растяжки. Куда идти? Ебать, Аня уже там тустит, нормально. А где у нас церковь? И как до нее добраться? Мне не нравится это пение, так что просто побежим. Блядь, жутковатая локация, конечно. Ебать, крабик. Я понял, крабик с тараном. Я понял, я зашел не в тот район. А куда ты хочешь, чтобы я шел? Мне типа туда, да? Я припрыгиваю. А, ну нормально, вот и утонул я. Нет, не утонул. Все, 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 сообразили, бежим, бежим. Блять, там еще те рататуи. Блять, забыл. Бежим. Сюда. На второй этаж и на выход. Так, ебать, сталкеры. Тайник сталкеров. Где-то здесь должен быть скрон сталкеров. Окей. Схрончик, схрончик, схрончика нету. Блять, звуки. Звуки, ебать, жуткие. Блять! Сука! Растяжка была! Там была растяжка. Больно. Это было больно. Это было очень больно. Так, хорошо. Где-то, блядь, кто-то страшно рычит. Калаш с усиленным рожком. Довольно-таки неплохо. Милый, возьми телефон. Это он.
Ой, блять, опять эта креветка. Блять, он уже здесь. На! Землю! Давай, 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 беги, беги, беги ко мне. Сюда, огня! Блять, я. На воде, плывет, сюда плывет. По большому бейте. Первый, внимательнее. Давай, давай! Блять, я застрял. Сука! Твою мать! Первый, сзади! Твари! Посмотрим, как тебе огонь. На дно пошел! Давай, давай, гори, гори, тварь! По большому бейте! Зажимаем его! Он еще не хочет уходить? Беру левого! Черт! Есть! Назад, тварь! Давай, давай! Есть один! На воде! Плывет! Сюда плывет! Еще один! Левого. Так, супер, фильтры поменяем. Он уйти захотел? Нет, он не захотел уйти. По большому бейте! Твою мать! Есть! Так, он уже хромает. Беру левого! Есть! Отходят! Добиваем! Все, он умер типа? Никогда-то такого не было. Ничего себе! Первый раз такого вижу! Он еще жив или нет? Сейчас достанем тебя! Давай, жду. Оп, 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 оп. Рад видеть. Давай в церковь. Там я безопасно. Тоже вас рад видеть. Эй, заходи. Заходи. Чего зря фильтры тратить? А что, в церкви типа я безопасно? Я тебя увидел еще вон оттуда. Чуть не пристрелила. Ага, спасибо. Ты не отзывался на запросы по радио, но потом как-то поняла, это ты. Надеюсь, простишь за ботсад. А что там в ботсаду-то было? А, ну да, точно. Лучший снайпер бросил нас. Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить? Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Вот так вот коротко и ясно. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Mm-hmm. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся, скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Thank you.
Наши прибудут, двинем на Октябрьскую. Окей. Здесь на что? Обожаю играть на этой штучке, на балалайке. Самое приятное звучание. Патроны подберем, отлично, им они так не нужны, как мне. Тут, кстати, торговец-оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Вот правильно, доченька. Угу, 300 патрон. Выжить в наше нелегкое время. Прикупите пару стволов. Ну что там? Давай уйдем зажигательно. Зажигательные. Дороги. Скоро должны быть штуки, но жгут хорошо. Я тут до завтра буду, так что если что надо, не стесняйся. Так, калаш 165 стоит у него, а вот это 173. РПК 135. Ну да, РПК самый такой более-менее худший. А что там в эфире нового? Давайте потюнингуем. Международная обстановка. Короче, как обычно, коллиматор. 10 лет в эфире, помехи одни. А месяц назад поймал. ЛЦУ. На Питер, лично. Они, давайте ЛЦУ. Им, короче, прилетал кто-то из Москвы на самолете таком старом. Нет, ЛСУ надо снять. Шуму наделал. Да, эту байку я слышал. С бородой она. Чего посвежее расскажи? Что Лондон там выжил или даже Нью-Йорк? Про Лондон ничего не знаю. А вот зато на севере у нас город есть. Полярные зори. Там рядом АЭС еще. Там выжили люди. С ними говорил. Говорят, варвары их какие-то осаждают. Но они держат пока оборону, держат. Завидую тебе, Саня, складно врешь. Тебе надо было в большой устроиться, пьесы писал бы, о жизни нашей скорбной. А то Шекспир, понимаешь, устарел. А где вспышка? Чистота, хорошо. Ты в катакомбах бывал? Как там? Да проходили как-то. Древние церковные катакомбы. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Ну да, жена черного обходчика. Страшилки для детей. Сказки метрошные. Ну, может, и сказки. А что там на самом деле? Мы никого, кроме носачей, не встречали, но все равно будьте повнимательней. Никого, кроме носачей, не встречали. Но быть повнимательнее, хорошо. Будем повнимательнее, значит, с носочами. Дай-ка я твой морд. Нет, кто? Вот так вот, да. Наши... Пенпредскрин. Да как быстро домчали. А ну-ка проверь, на всякий случай. Пароль. Застава. Старый пароль. Голос знакомый, черт, не могу вспомнить. Стоп. Да это Лесницкий. Лесницкий. Супер, очередная сложная локация. Хорошо, выход завалило. Пойдем, значит, через катакомбы. Это красные предатели.
Все окей, идем. Идем туда. Дробовики у них всякие здесь. Мы вообще-то спартанцы, а не бандиты. Чтоб с таким ходить, что это. Паутины, как обычно, море. Фонарик не работает. ЛСУ тоже не работает. А что происходит вообще? Так, а где? А, да? Можно факелы зажигать, серьезно? Прикольно. А я и не знал. Я и не знал, что здесь можно с объектами зажигалкой взаимодействовать. Ну давайте все факелы зажжем. Почему бы и нет? Ебать, жут. Ебать, жутко-то как? А, они только в тени появляются? Нет. Блять, говорят, кроме этих там никого нету, да? Это кто, блядь, топает тогда? Да и дресину как там вовремя подогнали. Это медведица рычит? Или кто? Так, прыть, блядь. Тоже брысь. Охуеть, они, конечно, раскачивают эту. Блять, ебать ты красивый, конечно. Нажимаем ей. Точнее. Ебать там глубоко. Намек понят. Идите пешком. На ту сторону никак, хорошо. Пойдем. Ебать, стреляются где-то. Смотри, ведь где-то стреляются они. Да ёб твою мать. Это что? Хорошо, идем жжем паутину. Давайте не будем привлекать внимание, пусть вползает. Так, ебать, 10 трупы. Так, я так понял, они слеповаты немножко. Либо они как библиотекари бегают по кругу. Не, ну вот это явно кто-то не маленький ходит.
Так, хорошо, не ускакали. А куда они? Куда они бегут? Еще бегут. Еще убегают. Все, вроде убежали. Блять, две вспышки здесь сразу можно было залутать. Нам в каком направлении? Я не думаю, что нам стоит идти туда. Куда они бежали? Ой, блять. Тут у нас опять свет не работает. Опять вспышка, за что? Они не загорятся, нет? А, ебать, люди ходят. Серьезно, можно свечи зажечь? Давайте подожгем свечки. Это что? 8 патронов. Иисус. Я так понимаю, нам туда и надо. А он что делает? Он убежит или нет? Судя по всему, нет. Или да? Возможно, мне просто вот так надо было пройти. И тут у нас сохранение сработало. Нормально. Ебать. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ниху. Блять, быстро вынесли. Хорошо. Я понял, почему здесь чекпоинт был. Где? Да, блять, я ж перезаряжался, да какого хуя? Хилочку. Опа-на, перезарядочку. Отлетаешь. Ты тоже отлетаешь. И ты от... Отлетаешь, я сказал. Где? Ебать, красиво. Красивые катакомбы, конечно. Давайте поедем вниз. Хуясь это по церкви, как катакомбы, конечно. Большого замаха.
Где этот тварь рычит? Вот рычит же где-то. На потолках висит, я понял, это ловушка. Я понял, еще одна ловушка. Тут, наверное, вот нам вот это и пригодится как раз таки. Он кушает, он на потолке висит, этот тоже кушает. Так, хорошо, как нам пройти, чтобы нас не заметили? А кто, блядь, заметил-то? Да, это все пиздец, это ГГ. Так, я вроде бы просто крался, он меня увидел. Я так понимаю, здесь нужно было вот так обойти. Серьезно? Стелс? Я, блядь, не понимаю, как это пройти. И почему он меня заметил? Хорошо, этот спит, мы идем вот здесь. Или это невозможно пройти по стелсу? Убить 100 мутантов, нормально. Ладно, видит Бог, я не хотел. Это вышло случайно, даже не понимаю, как я мог здесь пройти. Так, ну здесь я никак не могу пройти. Хорошо. Ебать, что ты?
Или типа в этот момент нельзя двигаться? Хорошо. Хули... Хули ты, пиздюк, сюда приперся, ёб твою мать. Больно. Перезарядка, убегаем. Тактическое отступление. Ну их по-любому пришлось убить. Потому что мне кажется, я бы не активировал это никак по стелсу. Еще поперли. Хорошо. Нормально вообще отлетают? Нехорошо. Плохо. Перезарядка, окей. Перезарядочка. А, леща мне дали. Плохо, тупик. Тупик. Хил. Нормально. Бежим. Что это, блядь? Все, они успокоились. Теперь наверх. Так, ебать, ты кто? Ну давай, наебнись, наебнись. Ну я-то А где мои мины, которые я подбирал? Ебать. А, мне же нужно, чтобы он туда дверь выбил. Все, его убивать-то смысла нету. Так, ебать, ты какой-то косой, дед. Давай.
Кенг, он... А вот это вот неприкольно было. Вообще хорош, гениально. О, супер. И куда он убежал? Блять, шакалы бегут. Нормально. Нам куда? Нам сюда. Так, ты кто вообще? Ебать. Минус две стены, серьезно? Давай. Понятно, я там не могу уйти, а куда мне? Может сюда? Нет, не сюда. Давай. Ломай остатки последнего храма. Так, вот это вот отлично, еще одна палубка есть. Хорошо, вот еще одна палубка. Давай, берешь разгон. Промазала, ладно. Я думаю, сейчас ты попадешь. Хорошо, где что осталось? Допустим, оттуда я пришел. А дальше-то что? Нормально. Нет, не ломается. Может, это сломается? И это не ломается. Может, это сломается? Так, а что делать-то? Сюда я не могу. Может, тебя подорвать? Не знаю. Ага, я понял, здесь она должна ударить. Типа этого нет.
Я не хотел ее убивать. Ну ладно, раз убил, и я не специально. Да не, я хочу это переиграть. Я не хочу ее убивать. Не-не-не-не-не. Ну давайте залетаем туда. Салют. Да блять, не застревать бы сейчас. Просто, я так понимаю, нужно убегать от нее. Вода наполняется. Хорошо, убегаем. Значит, она все-таки получает урон, когда ломает эти препятствия. Да, вот вода течет. Надо просто было бегать от нее и уклоняться. Ебать, как больно. Блять. Как это вообще работает? Почему она не останавливается? Хорошо. Да, воды все больше и больше становится. Значит, мы можем просто с ней как-то уплыть. Все, отлично. Перебегаем сюда. Так, нормально. Мне интересно, она вообще получает урон? Вроде она как подломалась немного. Давай. Сюда. Блять, она на ящерку похожа. Довольно-таки милая. Блять, это нет, не помогает.
Ой, блять, вообще не то, не вовремя, как не кстати это прожал. Может сейчас типа... Нет, сам я не могу подорвать. Я понял. Ну что, эту колонна, чтоб ты снесла? Так, рискованно, у нас хп мало. Давай, носи ее. Ой, блядь. Как хуёво-то, а? Ну и ее она тоже снесла, дальше-то что? Ну типа уже камни обрушились, воды намного больше стало. Да блять, она уже по мне перебежала. Хорошо, допустим. Давай. И долго это будет продолжаться? О, еще она что-то снесла? А что там еще было? Допустим. И долго тебе так надо ее лодить, чтобы она выжила? Говорят, никого там нету в этих катакомбах. Да не, бля. Мне кажется, это невозможно сделать так, чтобы она выжила. Да, только после ее смерти это все начинается, окей.
И поплыли мы. Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Удивительно, что нас никто не сожрал еще, пока мы здесь лежали, отдыхали. Так, ну ладно, на этом закончим.